Всем привет, вы на канале Саратов HD. Мы приехали своего питомца отдать на передержку. Вот сюда, в этот дом. Сейчас приближу, покажу. Территория охраняет мопс. Она так прикольно хлюпает, Соня к нему идет. Она его облизывает, да? Смотри. Маленькие мопсики. Ну вообще, вот девчонка вот эта вот толстенькая. Она последняя родилась и мертвая. То есть она застряла, долго не могла выйти, мертвая. Вот. Ну я это что вижу, она не дышит, ничего, язык белый. Митрофан, нельзя. Пошла на улицу. Пошлите на улицу. Да, может это. А кстати, это мы попить ему дать. Попить, он тут запотел. Всем привет, мы пришли в мопсятник сдавать нашего Митрофана. Митрофан, Митрофан, привет. Вот твои будущие эти коллеги, с кем ты будешь жить всю неделю. Пошли. Пошли знакомиться. А вот еще. Пошлись. Вот этот классный такой толстый. А кто тут еще орет? Сейчас самых шумных я уберу. Да, а что убирать, пока не знакомиться. А вот черненький мопсик. Вот старый мопс. А, да, старая женщина лает тоже. Давайте Митрофана запустим. А можно его запустить? Посмотрите, как он будет со всеми. Я и хочу, да. Ну, давайте, давай запускать. Может быть, этот снять его и оставить в этом? Ну да, давай, снимать. Да снимать, конечно. Что, вообще дома куда не денешь. Все, Митрофан, давай. Может, поднимемся мне сюда? Не забывай, что они выберут. Да. Все. Мы его выгулили, так что... Да, у нас выгуленный весь. Улица можно... А вот этот толстенький, это так есть, ты что к нему пристает? Это мальчик, да? Мальчик, такой толстенький, да? А, вот это пап, ну, это... Блин, хочу, чтобы такими же были толстенькими. Сейчас он привыкнет к другим овсикам. Митрофан, ты чё? Ну да. Ну, что, Митрофана залаяли. Это не девочка, Елисей. Это мальчик. Вот он развязался в 9 месяцев, и все. И сейчас у него все. Это любая девочка, кто бы не пришел, это кандидат на вязку. Ну, он такой здоровый, главное, такой большой. Ну, да. Он уже на кобеле. Он, понимаете, уже ему сколько? 4 года? 5 лет ему уже, 5 лет. Что за прыгник? Многодетный батя. Он заматеревший такой. Ну да, он, конечно, уже где-то может... Он даже не толстый, у него вес в норме. Он, скорее, даже может, пить дедушка быть. Да уж, конечно. Да, он такой просто матерый. Они все такие. Наш где-то там его осматривает, его наш. А где тот, которому тоже это 1.5 года? Ну вот, он за ним ходит. Я просто смотрю сейчас, если он его будет пытаться вязать. Ну, вроде не пытается. Это имеется. Ну да. Моя территория. Сейчас они тут будут месяц друг перед другом. Но здесь тут что хотят месяц. Да, наш куда-то. Это мой рай. Все, как говорится, смотрят. Ну да. Я периодически тут шагу, конечно, но... Блин, мне так толстенький нравится этот. Он такой классный. Там оставил. Да. Потом пошли на бестовые выставки и стали третьей лучшей собак выставки. Ну, первый, конечно, но третий. Это очень красивый. Что там делать? Пойдемте сюда, глаза. Митрофан, не бойся! Ну, если я нам тоже беру. Нет, он такой классный, вот Елисей, да? Вот какой, смотри, я вот хочу, он как Елисей был. А ты говоришь, толстый, толстый, нефиг его наказывать. Елисей у нас в субботу на выставке уже, посмотрим, да? Что мы получим. Аж видите, лезет, блин, его вычесывают. А чем вы вычесываете-то? Чесалки необычные. Мы тоже чесалок берем, вот это вроде так лезет, лезет, а начинает чесать, он ничего не лезет. А чем вы его кормите, что он такой классный? Ну, мясо чем, мясо.
Натуралку, да, ест? Ну, мы тоже, в принципе, натуралки. Они все у меня натуралки. Я не люблю эти нормальные. Сухие, нормальные, я не знаю. Даже самые супер хорошие. А, вон там девочка сидит. Он чувствует, что там девочка, ну, да, за забором. Ну что, вы не будете тут не драться, Елисей? Нормально? Синька. Ты не понимаешь, что это не девочка? Не будешь с ним писать? Это Митрофан, иди сюда. Митрофан, фу, нельзя. Вот. Ничего, они должны с вами разобраться. Вот так-то да. Лучше при нас они все разберутся, чем... Ну, вроде так, ну что. Он прямо капельку вот, ну надо из себя выдавить, ну, да? И этот тоже, тоже туда же. И этот сейчас пометит на него. Вот, сейчас он пометит, что типа нет, здесь мое. Угу. А, не, а то, что вот это... А потом, это когда обратно-то это... Когда будем забирать, то он и так. Ну, он не будет иметь, потому что у вас нет такого количества собак и сук и так далее. Не, ну да, вот этого не начнется. Не начнется. Потому что, получается, он тут на вольере, на воле живет, а на улице свежий воздух постоянно. Ну, а вернется домой, вернуться в свежий порядок. А, вернуться? Ну, он же на улице у вас ходит, имеется также деревья. Ну да. Блин, мне вот это нравится, вот такой классный. Он сейчас как будто на улице. Да, Вик, да? Ну да. Ну, поэтому он и в туалет, он воспринимает это как улицу. Вик, ну, что так? Жарко, там, жарко, да, мне там? Ну, сходите вон в баню, там прям холодильник. Не, наш какой-то прям маленький, ты посмотри, мне... А вот интересно, что когда это, мы уйдем, как он, что, будет грустить, нет, интересно? Да нет, мне кажется, они вообще в глупцы, глупцы, господи. Мне кажется, даже вот он в другую семью переедет, он не заметит. Ну, мои, по крайней мере. Да. Вот это вот черное, вот, мне кажется, сейчас вот она с вами уедет, вы ее в квартиру посадите, она так же будет сидеть. Вот не верю я, что она прям скучать будет. Митрофан, да, дай только не ссы там. Да пусть ссы. Это бесполезно. Сказать, здесь все, не обоссут и пусть, ничего страшного. Мне просто не хочется, что они же сами там сидеть будут. Ну, да и пусть, ничего страшного. Это яблоко у вас, да, яблоко? Я не знаю, я не знаю, ничего не знаю. Митрофан. Мы когда приехали Митрофан. В прошлом году сюда. Митрофанище наш. А в этом году она зацвела такая красивая. Я думаю, ой, яблок будет. И как начали они падать. Тут на мопсов постоянно. Тут да, я смотрю эти яблоки. Бедрами таскала. Вообще не знаю, что. А это вот какая-то зимняя. Ну, смотрю я на яблоко, что-то они мне вообще не нравятся. И муж уже сказал, говорю, вот это яблоко пилить надо будет по осени, вот это собирать. Трофан. Нафиг.